Sun eyes, blue eyes, day and night, and your eyes, day and night.
Здравствуйте всем. Слышно? Не очень, да? Слышно хорошо? Здравствуйте, ребята, уважаемые преподаватели. А у нас спикеры присутствуют? Микрофон лучше дайте, пожалуйста. Запись началась. Я вот так, поближе. А у нас, уважаемые наши спикеры, присутствуют в зале? Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Займите почетное место. Спасибо большое. Представлюсь, Сенкевич Елена, руководитель кадрового центра Минстроя России, в том числе соорганизатор этого мероприятия. Всех приветствую. В первую очередь, если позволите, хотелось бы поприветствовать молодежь, потому что это наше будущее, и мы это говорим действительно искренне. И очень рады всех приветствовать, что нашли время. Надеемся, наше мероприятие будет для вас полезным, и каждый для себя почерпнет здесь что-то новое. Немножечко по бумажке, да, извините, текст. Мы просто подготовили такую штуку, называется «Карьера-навигатор». Извиняемся, может быть, он немножко, это прототип, мы его, конечно, доработаем. У всех вот такой есть кружочек, да? Будем, кстати, признательны, если будут от вас какие-то замечания и пожелания, как его доработать. Кадровый центр, центр компетенции образовательной деятельности Минстроя. Мы разработали вот такой карьерный навигатор, то есть в качестве раздаточного материала. Потом он будет, конечно, в цифровом формате, чтобы эту бумажку, этот кружочек такой с собой не носить, да? Но, тем не менее, сейчас он выглядит вот в таком виде. Что он представляет собой? Это буклет, где каждый пользователь может для себя выбрать информацию, да, то есть все эти QR-коды, они абсолютно читабельны. В единственном у нас там сегменте они получились у нас плотно, то есть и немножечко сливаются, но мы, да, извиняюсь, но мы его все-таки доработаем. Это QR-коды на федеральные, национальные проекты поддержки и различные актуальные ресурсные площадки и программы обучения. И каждый пользователь из каждого сегмента, да, то есть будь то специалисты, школьники, студенты, могут, пройдя по этому QR-коду, получить для себя какую-то полезную информацию. Мы постарались вот в данном буклете, эти QR-коды отражают все полезные ресурсы именно для Свердловской области и Уральского федерального округа. Почему мы выбрали именно такой формат и посчитали, ну, считаем, что он будет полезен? Мы организуем форум «Молодой специалист, строитель будущего». И, кстати, сегодняшний молодежный трек тоже организован в рамках этого мероприятия. И уже прошло форумы прошли в 8 субъектах. И очень частый вопрос молодежи различного возраста, то есть от школьников до уже выпускников. Действительно, есть какие-то полезные ресурсы, но их настолько огромное количество, этих ресурсов полезных, в том числе и там, по образовательной деятельности, по подбору работы, а может быть, какие-то дополнительные навыки, какие-то софт-скиллы, там, еще полезные ресурсы, но они настолько все разбросаны, и зачастую, тратя время поиска в интернете, ты не находишь нужного. Мы постарались вот этот навигатор сделать действительно полезным, сделать выжимку, которая будет интересна для конкретной категории студентов, молодежи. Вот, поэтому очень будем признательны за форму обратной связи. А у нас на навигаторе размещен QR-код нашего форума. Размещен, да? Вот. Будем очень признательны, мы потом составим форму обратной связи в телеграм-канале. Пожалуйста, что-нибудь ответьте, полезно, не полезно, неинтересно, вообще ерунда какая-то, чего придумали, то есть, но только по-русски, просьба. Вот, но любая обратная связь действительно очень ценна. А у нас еще нет посадочных мест? Ребят, вот 4 места, пройдите, пожалуйста. Да, ребят, еще вот посмотрите, где-то, ну, по возможности присядьте. Ага. Ребят, вот здесь есть места свободные. Пройдите, пожалуйста. Проходите, не стесняйтесь.
Так, это что касаемо карьерного навигатора. Угу, спасибо. И еще хотелось бы, включите, пожалуйста, QR-код. Еще очень важный момент. Вот на сегодняшний день строительная отрасль меняется, ну, мягко говоря, стремительно. И те образовательные программы, при всем уважении к нашему закону об образовании, к среднепрофессиональному образованию, высшему образованию, они зачастую не успевают адаптироваться под запрос отрасли. И мы постарались, в том числе, вот у нас есть центр компетенции образовательной деятельности, здесь руководитель представлен, Ирина Дмитриевна Минина. И здесь, вот в этом QR-коде, мы разместили каталог программ обучения ведущих профильных университетов страны и подведомственных учреждений Минстроя. Этот каталог программ содержит более 400 программ. В том числе там есть бесплатные программы, которые вам позволят удаленно получить дополнительные мягкие навыки, да, soft skills, которые мы сейчас называем, и которые помогут вам адаптироваться к вашей будущей профессии в максимально короткие сроки. Этот каталог постоянно актуализируется, обновляется. Там управление строительством, технический заказчик, BIM-моделирование, я просто несколько направлений назову, инвестиционное планирование, проектно-сметная документация, производство строительно-монтажных работ, эксплуатация, обслуживание, ремонт и капитальный ремонт и реконструкция. То есть, в принципе, практически по всем направлениям подготовки и по всем направлениям, и по всем специальностям, которые на сегодняшний день востребованы, этот каталог программ содержит. Просто сохраните его как себе дополнительный ресурс, и тоже будем признательны за обратную связь, допустим, каких программ не хватает, какая программа вы считаете, ну, неинтересная, неполезная, несодержательная. Это тоже очень важно, потому что вот все вот эти мероприятия, все вот эти ресурсы мы стараемся делать максимально полезным для молодежи. И без вашей обратной связи мы так и будем катиться какую-то в свою сторону. Поэтому давайте будем активнее общаться и взаимодействовать. По приветственному слову у меня, в принципе, все. Я желаю вам всем больших успехов. Я надеюсь, что все-таки это мероприятие будет полезно, еще раз подчеркну, для каждого. Главное, чтобы не было равнодушных. Это самое важное. Хорошего дня, хорошего настроения. И можем потом пообщаться после мероприятия, расскажете, как все было. Да? Всем спасибо. Передаю нашим прекрасным модераторам, спикерам слово. Да, всем, ребята, всем привет. Мы так немножко спонтанно начали, наверное, а хотелось бы познакомиться, представиться. Меня зовут Ольга Шевкова, я генеральный директор архитектурного бюро, и хотелось бы понимать, кто из ребят сегодня пришел. Уральский колледж технологии и предпринимательства здесь. О, привет, очень приятно. Екатеринбургский политехникум. Здесь, ну, как-то немалочисленно, да, но все же дошли. Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Отлично, все по кучкам расселись, ну, это здорово. Екатеринбургский монтажный колледж. На первых рядах, ребят, молодцы, это хорошая позиция жизненная. И Екатеринбургский лесотехнический колледж. Девочка, как, вас как-то очень мало. Ну, хорошо, что вы пришли, потому что мы старались сделать этот круглый стол для вас. Мы позвали сюда лучших экспертов, как мы считаем, в строительстве, чтобы вам показать, а какая отрасль может быть. Наши спикеры расскажут про свой карьерный путь в отрасли, чтобы вы для себя, может быть, подчеркнули какие-то моменты, усвоили опыт, о котором специалисты расскажут, и утвердились в том выборе профессии, которую вы сделали на сегодняшний день. И, ну, я нисколько не сомневаюсь, что это правильный выбор, и мы дальше об этом расскажем и покажем. Я, если не возражаете, не хочу сидеть, потому что все-таки хотелось бы иметь какой-то живой диалог нас с вами, и вы вольны задавать вопросы, если что-то непонятно или интересно, даже после нашего, так сказать, форума, да, подходить к спикерам, потому что у вас классная возможность сегодня на одной площадке встретить действительно людей, которые добились успеха в своей профессии. И поделиться опытом вам любой эксперт будет рад, когда к нему подходит молодой человек и спрашивает совета. То есть это очень ценно для специалиста иметь такое призвание. В принципе, про меня немножко рассказала. Мой карьерный путь, он начинался
еще в студенчестве, когда я поступила на практику, устроилась на практику в строительную компанию, в проектную. Компания занималась проектированием электростанций газовых и различных тепловых электростанций. И на тот момент устроиться на практику было достаточно сложно. Ну, я в Екатеринбурге вообще сама родом, из Екатеринбурга, и училась в УРФУ. Специалист моя инженер-конструктор. Вот, из 20 компаний, в которые подавала резюме, меня взяла только одна компания. И на самом деле я нисколько не пожалела, потому что когда я пришла на свое первое место работы, у меня был очень классный наставник, человек, который проводил меня в профессию. То есть я студент, прихожу, мне дают там чертить узлы. А я, ну как бы, такого мы не делали, и опыта у меня нет, ничего не понятно. И очень ценно, когда есть такой человек, который может тебя подсказать. При этом человек бескорыстно делится своими знаниями. Не всегда бывает такое, что за вами закреплен какой-то наставник. И здесь, наверное, важно проявлять вот проактивность, да, добиваться своего. Говорит, нет, расскажите мне, нет, покажите, я хочу знать. И на самом деле это никогда не возбраняется, а всегда только приветствуется. Поэтому мой путь, ну, в принципе, все понятно, путь там от студента-практиканта до генерального директора компании, и этот путь у меня занял 15 лет. И можно сказать, что, в принципе, путь успеха, он быстрым, ну, практически не бывает. То есть, может быть, единичные случаи какие-то возможны, но если человек идет сам и развивается в профессии, накапливает опыт, он неизбежно станет хорошим специалистом. То есть это без вариантов. Я бы хотела с вами поговорить вообще про отрасль. А кто мне скажет, поможет, с чего начинается строительство? Какие-то идеи? Вот у вас, молодой человек. С чего начинается стройка? Своими словами, вообще без проблем. Так, с проекта. Варианты? Ты вообще молодец. Потому что первое — это идея. То есть идея движет вперед наш прогресс, вообще всю нашу отрасль. Зачем мы будем, да, делать то, ну, что не нужно? То есть человек всегда говорит, у меня есть идея, да, вот он сидит, говорит, хорошо построить там дом жилой, или хочу себе дом построить, например, или хочу сделать жизнь города лучше, построить какой-то парк. Если это государство, то есть программа, говорит, что государство там улучшает жизнь людей, это ведь тоже идея, которая является правильной. Поэтому абсолютно правильно, молодой человек. Как зовут? Данил абсолютно правильно сказал. И идея — это номер один. Но, знаете, есть такой этап еще важный. Вот мы сейчас к нему переходим. Хорошо, у нас есть вот какая-то идея, а как нам понять, она вообще будет работать? То есть, например, хочу построить дом, но мне же надо, как, допустим, застройщика, чтобы этот дом продавался, чтобы люди туда приезжали, чтобы они хотели там жить, чтобы они покупали у меня квартиры, да, не у кого-то. Или мы строим какой-то объект, который по факту, ну, никому не нужен. Зачем? Да? То есть столько ресурсов. И для чего? Такой важный этап, как исследование. И на самом деле сейчас вот в современной отрасли строительной без исследования не делается практически ничего. То есть это никому не хочется выбрасывать деньги на ветер, на самом деле. И всегда, будь это коммерческая история, будь история там благотворительная и просто социальные проекты, это всегда делается для людей. Поэтому мы делаем исследования, и мы понимаем самое главное, да, что мы будем строить и как, и для кого. Так, идем дальше. Кто мне ответит, что уже можно делать? Когда у нас есть идея, у нас есть понятно, что мы будем делать. Проект, все правильно. Проект, ну, в широком смысле, да, проекты не бывают разные, мы попозже поговорим. То есть мы должны получить документацию, которую мы передаем куда? Все правильно, экспертиза проекта тоже проходит. Все, мы получили положительное заключение. Проект готов, распечатан, лежит, ждет кого? Строители, правильно. То есть мы передаем проект на стройку. Ребята уже приходят и говорят, вот берут проект и начинают работать. Давай, строили, и наконец построили. Что же начинается дальше? Кто скажет? Сдали объект. Приходят люди, начинают туда что? Эксплуатация. То есть они живут, они эксплуатируют.
здание живет, то есть что-то изнашивается, да, нужно что-то менять, что-то ремонтировать, капремонт. То есть это тоже процесс, в котором участвуют строители. То есть как может человек там, без образования отвечать, допустим, за капитальный ремонт? Он вообще не понимает, из чего дом-то состоит. То есть здесь профессии, такие как профессии ЖКХ, они тоже очень важны. И это на самом деле влияет и на срок службы, да, и на качество того объекта, где живут, уже живут люди. Так, но это еще не все. Вы могли догадаться, что же происходит, когда объект, ну все, он выработал ресурс, что с ним делают? Все правильно, утилизация или демонтаж. На самом деле такая тема, о которой в нашей стране мало кто говорит, но если мы подумаем, а как вообще выбросить здание? Ну то есть вот оно отслужило свой срок, а что как бы с ним делать, да, дальше? То есть его можно или сделать какую-то реновацию, да, поменять там просто его капитально, либо снести и построить новое. А куда девать отходы, да? То есть представляете, там 25 этажей просто вот куда-то выбросить. История непростая, и в России про эту историю задумывается немного, потому что мы только начали, по сути, строить, да, то есть срок службы там объекта 25-50 лет, и как бы на 50 лет вперед то уже как-то мало кто задумывается. Но это пока, на самом деле пока. И какие специальности бывают в проектировании? То есть хорошо, вот куда пойти? Если мы говорим про проектирование, это все, что касается разработки проекта. Это главный инженер, это главный архитектор, это архитекторы, которые рисуют и создают облик объекта, продумывают планировки, сценарии жизни. Это конструктор, задача которого сделать так, чтобы это здание существовало, было надежным и безопасным. Это все, что касается инженерки, там вот кондиционер, например, да, запроектировать, вентиляцию, освещение. Это все отдельные специальности, отдельные проектировщики, которые занимаются. Поэтому по проектированию можно разговаривать достаточно долго, а мы с вами остановимся на строительстве. Да, вот вы учитесь на различных специальностях, и на самом деле на стройке специальностей тоже очень много. И, допустим, мы говорим вот бригады, да, СМР, то есть чем можно заниматься? Там бетон-арматура, плотник, штукатурные работы. И на самом деле без каждой из этих работ, ну, объект невозможен. То есть ты же не можешь там не делать отделку, ну, пути эвакуации хотя бы, да, без этого объект просто не примут. Или там бетон, это вообще супер важная вещь. Я помню, у нас работала когда у застройщика, была бригада, ребята из Болгарии приехали, и они так классно делали бетон, что у них была очередь там на полгода вперед за ними. И все хотели эту бригаду к себе на стройку, потому что все знали, что они сделают классно, качественно, и при этом, да, я не сказала, что дешево, на самом деле за свою работу ребята брали хороший ценник, ну, такой чуть выше рынка, но когда ты платишь за качество, ты видишь, да, что не приходится потом переделывать. Поэтому если мастер в своем деле, тут вообще вопросов нет, и вопросов в том числе там заработной плате. А если мы говорим про эксплуатацию, это инженеры по эксплуатации, те, кто обеспечивает ремонтные работы, электрики, энергетики, слесари, сантехники, то есть это все что-то сломалось, да, не знаю, там проблема, и все, ты звонишь уже, у меня там батарея течет, ну это же всегда стресс какой-то происходит, ты же куда обращаться, а без этого человека реально там, ну, может случиться очень серьезная катастрофа, но она затопит там кого-то, а может и еще хуже. Вот. И утилизация — это все, что касается демонтажа, то есть надо объект обследовать, чтобы понять, что там правильно. Нельзя там взять и там разрушить как попало, потому что это ведь опасно, может быть. Надо знать, какие элементы убрать, чтобы это все правильно сложилось. Вот помните башню, да, рушили, которую цирк стоит? То есть там настолько работа была технологически сложной, чтобы эта башня упала, там, не задев ничего. И такие задачи, они прям решаются суперспециалистами, суперпрофессионалами, которые знают, а как это сделать, причем знают конструктив этой башни. Поэтому здесь тоже суперпрофессионалы нужны. И какие профессии вообще требуются? Я вот по данным Елены Владимировны ушла, она вот прям держатель этой всей информации, потому что сейчас востребовательность строительных специальностей, она очень высокая. И у меня вот данные из кадрового центра, что действительно не хватает профессиональных
ну, профессиональных работников, да, то есть монтажников. Это очень важная профессия. В ЖКХ, да, вот там один слесарь на 10 домов, и ты пока дождешь, что это там батарея уже все протекло, и соседи там затопило. Но это в лучшем случае, да. А так, в принципе, обслуживание здания тоже должно быть профессиональным, чтобы оно служило дольше. Поэтому здесь такая краткая справка, просто вам понимать, какие профессии, ну, это вот реальность. Сейчас это реальность там ближайших лет, что эти профессии будут нужны и важны. И какие задачи, я бы тут хотела поговорить просто о том, вот на моем опыте, да, какие задачи, если бы мне были поставлены там раньше, да, может быть, это помогло мне как-то не на своем опыте там добиваться, да, а как-то, может быть, раньше прийти к успеху, а может и нет, не знаю. Но я хотела с вами поделиться такой темой вот про наставников. Да, и это тот человек, который вот эти все документы, которые мы там сами изучали, во-первых, он их изучил, во-вторых, он через призму своего опыта и практики может вам рассказать. То есть, ну, можно подумать так, что хорошо, наставник, он, ну, типа, тоже знает, что и я могу книжку почитать и разобраться. Ну, на самом деле это будет дольше, а с другой стороны, не все, что написано в книгах, оно работает. Да, человек, он уже приходит с конкретными кейсами, говорит, я вот это вот 20 лет, значит, делаю, написано не так, надо делать вот так, это классно, эффективно, ты такой, о, ничего себе. Поэтому найти наставника, если вам этого наставника дадут, например, это прям вообще высшее благо. Но не всегда так бывает, поэтому просто смотрите людей, профессионалов, которые к вам расположены, да, то есть они расположены к тому, чтобы давать знания и обучать. И это очень ценно, если вы найдете для себя такого человека, допустим, на вашей первой работе. Это будет вообще суперски. Поэтому ищите, да, будьте проактивными в этой части. Ну и стать мастером, да, то есть мы говорим о том, что там одно попробовал, что-то не получилось, там другое попробовал, не получилось. Ну, на самом деле через труд, только мастерство же дается, да, через старание, умение. То есть редко кто приходит там раз, и он все там узнает, умеет, суперпрофессионал там за год. Конечно, можно освоить профессию, но это время. А если мы говорим про стройку, ну, это время достаточно большое, потому что сейчас машины, механизмы, инструменты. Это все такое разное, и это все меняется так быстро, что приходится постоянно учиться новому. И мы сейчас живем с вами в такое интересное время, когда знание устаревает просто с космической скоростью. Там, то, что мы были, там, знали год назад, то, что считалось там, самым современным через год, это уже прошлый век. Поэтому в своей профессии не знаю, подпишитесь там на каналы, смотрите лучшие практики, смотрите экспертов, которые выступают, у каждого эксперта можно почерпнуть, читайте там литературу, какие-то источники, которые, ну, вам понятны, допустим, где вы можете развиваться, и не только, потому что кросс-дисциплинарные такие вещи, например, вот вы где-то увидели, шли там, не знаю, в магазине что-то увидели, и, или там услышали, допустим, по телевизору, по теме, которая вообще не относится к стройке. Вы такие, а я же могу это применить у себя. И вот эта насмотренность вообще мировая. То есть это не только я вот узко там смотрю тему про бетон, мне только это интересно. Нет. Вот, то есть развиваться, смотреть. И даже вот на этой выставке, если вы обратили внимание, не знаю, вас водили или нет, классно, если вы зайдете, посмотрите, потому что вот эта насмотренность и кругозор, а там столько материалов различных, да, там столько проектов стоит разных. И для себя как бы постоянно нужно расширять этот круг. Но это 100%, это даже не то, что эта задача правда стоит, и она диктуется временем, в котором мы с вами живем. А, ну и как вы думаете, какие вызовы будут строители лет через 5? Ну, может, уже, не знаю, завтра этот вызов настанет. Какой вызов? Что тревожит? Что наступает на пятки? Что сейчас там по всем каналам? И роботы, и все правильно. То есть вообще тут про искусственный интеллект у меня выдержка, но плохо видно, я зачитаю. То есть там новости типа искусственный интеллект обошел человека там в игре в Go, искусственный интеллект в игре дронов победил человека, да, создав некий алгоритм. И это уже вот современность, то есть это прямо сейчас.
происходит. То есть эти технологии уже ранее были разработаны, сейчас они усовершенствовались. И как вы думаете, что нам говорит статистика и исследования? Что 42% специальностей будут автоматизированы к 30-му году. Что это значит? Что 42% работников, ну, будем говорить честно, да? Ну, да, да, домой. То есть если ты не переключишься, либо не подстроишься, ты как бы домой. Ну, вот правда. И одна треть профессии, которая вообще исчезнет. То есть, не знаю, раньше там были те, кто, там, не знаю, водовозы, например, да, вот там сколько лет, 100 назад, человек, который воду возил, а сейчас у нас с вами водопровод. Но такой профессии нет. Ну и с искусственным интеллектом я уже сейчас вижу тренды, что, например, ну, пугать никого не хочу, конечно, но, допустим, маркетологи, да, или консультанты различные, которых уже сейчас можно заменить искусственным интеллектом. То есть вы в чате вот пишете там бот какой-то, типа у меня вопрос там, не знаю, ставка по кредиту там такому-то, ну условно, я так из головы беру, и вам типа человек, но это не человек, он отвечает. То есть он отвечает все четко там по вашему вопросу. То есть а зачем мне держать человека для такой задачи, если я могу не платить никому зарплату, по сути, и там подкрутить вот этого бота. То есть, ну, реальность, она как бы такова. Может быть, она немножко тревожна для кого-то, но посмотрим, как вообще в строительстве, допустим, на сегодняшний день. Что уже делается, не прямо 100% повсеместно, но это уже есть. Это управление проектами. То есть это различные графики, которые можно компоновать, смотреть риски, это все делает искусственный интеллект. То есть ты говоришь, а какой риск у меня будет, если, допустим, каменщики завтра там не сделают объем? И он тебе раз разложил вот эту всю шахматку по срокам. Говорит, у тебя тогда срыв срока будет там на месяц, например, дома. Потому что каменная кладка, она тянет за собой отделочные работы там дальше, да, и так далее. И вот объект в эксплуатацию. Поэтому такие вещи, как вот это графики, да, управление, это все уже поддается автоматизации. По обеспечению безопасности такая тема есть. Допустим, все мы знаем, что на стройке нужно носить каски. Но это обязательная тема. Да? И если мы будем смотреть видеокамеры и туда прикрутим искусственный интеллект, видеокамера может распознать, а человек в каске или не в каске. И, соответственно, если он не в каске, ему там приходит штраф, сразу какая-нибудь тревога, человек не в каске, например, возникает. И это тоже реальность. То есть зачем... Как бы для человека, ну, это определенный стимул тоже, знать, что за ним следят, и что эти каски там все проверяют. А на самом деле это делает искусственный интеллект, который просто обрабатывает видео. Это тоже уже сейчас доступные вещи, реальные. Но по поводу проектирования мы вот говорили, да, что там люди, проектировщики сидят, проектируют кондиционер, вентиляцию и так далее. А на самом деле есть такая вещь, как человеческий фактор. То есть ты не можешь прочитать в голове там 20 вариантов, ты не можешь их сравнить. Ну, как бы можешь, конечно, но у тебя на это идет, там, не знаю, полгода времени. А если мы говорим про искусственный интеллект, то за секунды он перебирает там 20 вариантов и говорит, вот этот вариант оптимальный. Там, допустим, с точки зрения трассировки, с точки зрения расхода материалов. И это тоже такая, да, такой вызов получается. То есть человек уже здесь несовершенен, да, с точки зрения проектирования. Ну, на самом деле тревожно стало, но мел этот должен был вас успокоить. Надеюсь, он успокоит, что именно в строительстве, в строительном производстве, если мы говорим, да, вот люди, которые работают прямо на стройке. Ну, автоматизация и искусственный интеллект в этой среде это, ну, не задача текущего дня, и это не точно невозможность там 50 лет. Ну как можно каждого там сварщика заменить роботом? А сколько робот этот стоит? Ну, миллионы. А сколько надо сварщиков? Там, не знаю, 100 человек. И считая экономику, мы понимаем, что, конечно, каждого сварщика роботом, особенно когда мы не в цеху, да, собираем, то есть мы уже знаем, что в цеху там это все автоматизировано, он одну и ту же операцию делает. Объекты у нас все разные, у нас нет такого, что объекты повторяются под копирку, там прям в одних и тех же условиях, супер, все одинаковое. Но нет такого.
И на самом деле бояться, ну как бы тревожиться, бояться именно застройку в части автоматизации я бы не стала в ближайшие вот там 5-10 лет точно. Единственное, что надо знать, мы уже говорили, да, а какие технологии есть, чтобы себя держать в тонусе, да, понимать. Допустим, какие-то локальные задачи именно ваши, там, не знаю, заполнение журнала работ. Ну, например, это обязанность права, заполнять журнал работ каждый день. То есть такой вроде устаревший, да, метод, он берет вручную, значит, и начинает писать в журнале ручкой. Как бы казалось бы, да, что возьмите да автоматизируйте вот это все. Такие вещи, они, конечно, могут быть, а управлять процессом прораб, да, то есть у него там бригады, у него сроки, у него графики, материал надо заказать там и так далее. То есть вот это все держать в голове, ну, пока что может только человек. Поэтому, надеюсь, я вас немножко успокоила с такой тревожности, да. И в заключение хотела бы показать, а вообще куда у нас отрасль идет и какие проекты в будущем, вот там в ближайшее время, когда вы начнете работать, и вы можете участвовать в таких проектах, вообще в проектах такого уровня. Поэтому первое, ну, многие, может быть, знают космодром Восточный. Да, если кто-то не знает, это прям космодром, который строили с нуля. То есть там работало огромное количество человек. И представляете, ответственность, да, то есть человек строит космодром. То есть он не может сделать плохо. Это супер важный объект, там три очереди. Там до 2030 года еще будет идти стройка. Поэтому объект супер, ну для России это вообще супер объект. И даже рядом с этим космодромом построили новый город просто в чистом поле на 12 тысяч человек. Там картинка вот тоже, ну прям с нуля. Это город для строителей, это, то есть город для того, чтобы люди могли жить и строить этот космодром. Представляете масштаб? Трасса Москва-Екатеринбург-Китай. Вот, очень даже к нам близко. Я думаю, те, кто ездит в направлении Перми, периодически сталкиваются с тем, что там немножко пробочка, и там немножко ремонт дороги. На самом деле все к лучшему. И вскоре, ну как вскоре, 24-й год откроется участок до Екатеринбурга, ну, по крайней мере, так пишут, да, планируется. И до Москвы можно будет доехать за 14 часов на машине. Ну, это как бы вообще открывает супер-классные горизонты для автомобильных путешествий на самом деле. То есть ты едешь по хорошей дороге, ты можешь заезжать в различные города, и ты едешь комфортно. Ну, едешь на своей машине, тебе комфортно, классно, у тебя все с собой, не надо переживать. Поэтому проект дорожный, он такой и до Китая, ну, я надеюсь, что до Китая дорогу построят. То есть это вообще суперпроект через всю Россию. Сибирский источник фотонов. Ну, название сложное, но на самом деле это маленький адронный коллайдер, который тоже первый в России строится. Давай. Тут, наверное, общие интересы. Тут же там геополитика, политика, транзит товаров. То есть тут как бы для нас хорошо и для всех хорошо, можно так сказать. То есть эта дорога, она не только там для туристов, она для того, чтобы грузы возить. Да. Да. Вот Михаил Вендимович говорит, что стратегический проект. А можно микрофончик? Вот, нажать. Да. Что нажать? А почему Россия проиграла Японии в 1905 году? А потому что была единственная нитка железнодорожная, Транссибирская магистраль, однопутка. И Россия не могла вовремя поставить туда свою армию. Это стратегическая задача. Отличный комментарий, спасибо. Ну, говорить можно долго про этот проект. Я хочу вот ребятам показать Новосибирск. Вообще Новосибирск развивается как город науки. И там строится очень много объектов именно научных. Вот, допустим, это коллайдер. Да, там первый в России коллайдер, супер поколение. Допустим, или институты, кампусы, это все там тоже находится. Поэтому наука развивается, и участвует в таких объектах, они это уникальные объекты. То есть там не каждый день строится там коллайдер. Но это тоже классно. Лахта-центр, я думаю, все знают в Питере. Да, что же они планируют дальше? На самом деле есть такие проекты амбициозные, как Лахта-2 и Лахта-3. И Лахта-2 должен быть чуть-чуть ниже Бурдж-Халифа. И выглядит это как башня такая, свечка. Будет или нет проект реализован, пока неизвестно. То есть год окончания непонятен, но есть уже некая концепция. Поэтому будем надеяться. Это будет второе по месту в мире здание. Очень круто.
и всем известный академический, наверное, да, кто-то, может, там живет даже. И если вы были на выставке, там прямо есть экспозиция, которая посвящена, оказывается, называется «Горно-Щитский», вот этот, ну, академический 2. И на самом деле, если сложить эти две цифры, представить, да, что это город, на, ну, город в городе на 600 тысяч человек, по факту будет. Построить там вот до конца там 41-го, но не точно, это первое место в мире, вообще в Европе, такого масштаба проект. То есть это реально город в городе, и мы, ну, прям живем рядом с этим и можем быть причастны. Поэтому всем, наверное, спасибо. Мой доклад окончен. Спасибо большое. Можно поаплодировать. Спасибо. И я передам слово Татьяне. Татьяна Александрова, главный архитектор архитектурного бюро Do It Project, продолжит. Да, здравствуйте, ребята. Ну, чтобы стать такими успешными, мы вот хотим вам показать наш путь. То есть мой успех начинался тоже с архитектурного института, с Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Я училась в Екатеринбурге. Моим первым местом работы это был военпроект. И я пришла таким зеленым человечком, и буквально благодаря моему наставнику я начала входить в этот мир проектной архитектуры, то есть на практике понимать, что такое архитектура. Дальше моя проектная деятельность сложилась таким образом, что я как проактивный человек, естественно, там не звали там: «Татьяна, придите к нам, вот придите к нам». Я сама рассылала также резюме, вот как Ольга, и я свое внимание обратила на Запад, потому что это было модно учиться за границей, получать какие-то навыки. И меня заметило архитектурное бюро в Стамбуле. Я приехала туда на обучение, прошла некую стажировку, им понравилось мое обучение в архитектурном институте, что как мы подавали клаузуры, композиции. У них совершенно другой подход, и они попросили меня остаться у них работать. Они работают, конечно, там в 4 раза быстрее, чем мы. Это был классный опыт, и благодаря этому я, как это, Петр Первый, все лучшее за границу беру. Я работала также в Италии, в Словении, в Голландии работала после этого уже, но это позже было. И я, как Петр Первый, беру это все и адаптирую в нашей России, потому что у нас очень классная страна, у нас очень классные проекты, у нас классные люди. Поэтому давайте, если мы берем где-то опыт в других местах, делать это все в нашей стране. Это очень здорово. Так, потом дальше я работала в проектной компании, в большой, крупной, я вернулась в Россию, работала также в государственных структурах, я участвовала в разработке местных нормативов, и вот сейчас мы вот с Ольгой, с генеральным директором нашего архитектурного бюро, открыли свою компанию, и это очень круто. Но чтобы вот пройти такой огромный путь, понадобилось мне 19 лет. Также в успешном успехе участвует не только профессиональная деятельность. Я постоянно повышаю свои скиллы, я до сих пор учусь. То есть вот сколько? 19 лет опыт работы, я постоянно покупаю, допустим, вот, курсы, лично езжу куда-то, обучаюсь. Это софт-скиллы, это вот хард-скиллы, о чем вот дальше у нас коллеги будут рассказывать. И также обязательно это заниматься спортом, потому что спорт, он структурирует. И мы вот с Ольгой совместно занимаемся спортом. В 22-м году я стала чемпионом Москвы по стрельбе из лука, и Ольга чемпион Москвы по стрельбе из лука 23-го года. Поэтому вот всем рекомендуем заниматься спортом. Это очень важная вещь. Почему? Потому что в Питере не так давно проходил форум самых богатейших людей, скажем так, мира. И приезжал Арнольд Шварценеггер. И у него спросили, что вам помогает в жизни оставаться таким успешным. Он сказал: спорт. Я каждое утро занимаюсь зарядкой. Я каждое утро занимаюсь спортом, как бы мне тяжело не было. Да. Вот, сейчас я главный архитектор, значит, опыт проектирования 19 лет, я член НАПРИС, член Союза архитекторов России, и я также являюсь экспертом и соорганизатором форума «Молодой специалист. Строитель будущего». Что такое вообще путь молодого специалиста к успешному успеху? С чего он начинается? Как вы думаете? Вот вы вышли из института, куда дальше? Искать работу, то есть в компанию. А пока вы учитесь, вы проходите практику, еще какие варианты вашей работы могут быть и начало вот этого успешного успеха? Нетворкинг. А кто сейчас уже там делает подсобные рабочие в какой-нибудь бригаде, там по интерьерам, или там на стройке, там у дяди Васи там сарай построить, кто-нибудь участвует?
Ну, да, то есть это тоже уже ваш первый опыт работы. На самом деле, вот вы заканчиваете профессиональное учебное заведение, и вы устраиваетесь, да, в работу в компании получаете. Что вам обеспечивает компания? Это, конечно, постоянный доход, это обучение в команде, то есть в вас складывается команда, компания, чтобы вы уже были таким командообразующим звеном. Это всякие там Dream Team и командообразующие мероприятия и все остальное. Те же самые софт-скиллы, вас тоже компания этому учит. Это корпоративная крутая жизнь, это общий спорт, это общие праздники, это вы там душа компании, это очень классно социально быть активным. Профессиональный рост, конечно же, быстрее. То есть вы быстрее учите вот эти вот программы, которые, допустим, самому будет трудно где-то вот пойти на курсы, освоить, а там вы в компании вместе, там английский язык, там, не знаю, современные вот эти... технологии, которые сейчас необходимы для проектирования или строительства. То есть это схема вообще рабочая не только для проектной сферы, но и для строительной также, да? Взаимодействие с другими специалистами. Классно, друзья, нетворкинг, кто-то потом женится. В моей практике очень много состоялось свадеб, и успешно люди также живут. Или, допустим, вы выбираете фриланс с наставником, вы не хотите работать в компании. Что вам это дает? Свобода творчества и, по ходу дела, научусь. Самообучение. То есть вы вкладываете сами деньги в свое обучение. Вы сами проходите этот путь. Вы сами простраиваете и делаете вот, некоторые вещи на ошибках. То есть вас наставник может как-то корректировать. То самое развитие с наставником. Очень важно принимать опыт. Свободное время погладить кота. Ну, полежать на диване или там, посмотреть фильм. Поиск заказчиков самостоятельно. То есть это на самом деле, наверное, самый такой тяжелый момент, когда вы сами ищете себе деньги, как их заработать. Это не постоянный доход. И путь молодого специалиста к успешному успеху продолжается. Если вы остаетесь работать в компании, как он дальше повышается, ваш путь? Новые компетенции. Вы уже специалист топ-уровня. Вы становитесь руководитель, у вас также классная корпоративная жизнь, вы сами становитесь наставником уже. Вы можете сейчас в наших реалиях работать на удаленке, потому что у вас достаточно уже профессиональных знаний. Как работают строители? Вот Ольга рассказывала, да, что у нас искусственный интеллект нам позволяет. И сейчас на самом деле вот на севере объекты, чтобы туда очень дорого кого-то вывозить на авторский надзор, ну и там проверять какие-то технические возможности, там стоит очень крутая камера 360 или какой-то дрон, который полностью настолько подробно делает обзор этого объекта, что вы можете там, сидя дома на диване, управлять им и таким образом делать авторский надзор на объекте или вот там контролировать стройку какую-то. И, конечно, тебя уже как специалиста крутого перекупают другие компании. Это очень важно, нужно к этому идти, нужно быть проактивным и повышать свои хард и софт-скиллы постоянно. И что же дает фриланс с наставником, если вы остаетесь, вы становитесь классным, свободным художником, но к этому нужно идти, это на самом деле очень тяжелый путь. Вы становитесь брендом, и нужно брендом начинать уже становиться сейчас. Уже есть очень много программ, как себя воспитывать как бренд уже сейчас. Даже если вы пойдете работать в компанию. У вас авторская подача и свой подход. Там, я копаю не лопатой, я копаю граблями, допустим. Да? Клиенты к вам приходят уже по сарафанному радио, вас тоже рекомендуют. И работаю из любой точки мира. Сижу на Красной Поляне, работаю по удаленке. И без сырой я не могу ничего больше. Это, конечно, самый минус, что в стройке, что в проектировании. Допустим, строительная компания и проектная компания может позволять себе больше проекты, а вы, если свободный художник, вы, конечно, это сделать не можете. Но есть другой путь. Вы можете уйти и сделать свою фирму после работы, естественно, в своей компании или с фрилансом-наставником. У вас вы руководитель, вы берете наставничество, у вас коллаборации, партнерство с другими агентствами, с компаниями, и у вас, конечно же, повышаются риски и ответственность. Это финансовые риски и юридические риски. Это на самом деле тяжелый большой путь лидера, скажем так. И, конечно же, свобода творчества. Но из компании можно уйти в фриланс. Когда ты понял, что твои скиллы уже настолько высоки, ты профессионал в своем деле, и ты становишься свободным художником тем самым. И мы задали три вопроса молодым специалистам. Что сложного было при поиске работы по профессии? Пришлось ли получать новые знания и навыки для трудоустройства? Второй вопрос. С чем столкнулись на первом этапе работы?
И третий вопрос. Какими, на твой взгляд, навыками надо обладать молодому специалисту, чтобы выбрали именно тебя в компанию? Если на фрилансе, то как получить заказчика? И вот есть небольшое видео, если у нас загрузится, было бы классно. Это специалисты из разных городов. Такие шот-видео. Привет. Сможем поставить? Саша, и погромче. Из Москвы. Я занимаюсь 3D-визуализацией и дизайном интерьера. После того, как я закончила институт, мне очень хотелось поскорее начать работать, потому что я влюбилась в профессию, горела этим. И с тем портфолио, которое сформировала в институте, я пыталась устроиться в студию, хотела попасть в команду к профессионалам, чтобы поднимать опыт. Но я получала очень долго отказы, потому что у меня было очень слабенькое портфолио, не хватало навыков 3D-визуализации, слабые чертежи. И я начала учиться на 3D-визуализатора на дополнительных курсах. Спустя 2 месяца моих поисков работы после института без опыта, меня все-таки взяли в не очень успешную студию. И там я подружилась с опытным дизайнером, который предложила наставничество. То есть я оплатила ей небольшой процент с проекта, она мне помогла найти первый заказ, поддерживала меня, консультировала. И я сделала свой первый классный интерьер, и заказчица была очень довольна. Я получила огромное удовольствие и стала увереннее в себе. А после того, как я уже поработала над своим портфолио и начала работать как визуализатор, я познакомилась с архитектором, меня взяли в бюро. Хочу сказать на своем опыте, что очень важно внимательно относиться к портфолио, повышать свои навыки софт-скиллов и понимать, что ты тоже должен что-то давать работодателю взамен на тот опыт, который они могут тебе передать профессионалы. И всем хочу пожелать удачи. Спасибо за внимание. Добрый день. Меня зовут Я думаю, что мы все просматривать не будем. Потом по запросу можем отправить. Скажем словами ребята, что основное они отметили. Тогда. Да. Просто тезисно. То есть какие вообще советы молодые специалисты дали? То есть это обязательно нужно найти наставника. То, что мы не успели показать, это очень важно. Ваши наставники начинаются, конечно, с того места, где вы сейчас учитесь. Это очень крутые ваши преподаватели, ваши наставники. Там, где вы проходите практику, обязательно прислушивайтесь, найдите своего человека, который вам близок по духу. Нужно повышать свои hard soft skills всегда, всю жизнь, каждый день, каждый раз. И тренировать это. Уметь слышать и слушать – это классный навык. Это нужно тоже этому учиться. Потому что зачастую мы друг друга не слышим, а передается у нас все локтевое радио, и поэтому строится, что получилось, то получилось. Нужно учиться. Еще раз, конечно. Вы будете учиться всю жизнь. Даже если сейчас кажется, боже, наконец-то заканчивается эта учеба, вы дальше будете учиться, вы сами захотите этого. Там английский язык, мы учим английский язык, испанский язык, китайский язык, корейский язык учим, потому что это сейчас нужно, и это развивает классно память и взаимодействие, нетворкинг тот самый. Уметь работать с новыми технологиями, то, о чем говорила Ольга. Нести ответственность за принятые решения, это очень-очень важно. Мало кто может принять ответственность на себя за какие-то факапы. Допустим, вы стали руководителем компании или команды. Человек ваш ошибся в команде. И вы знаете, что это так. Но вы на себя принимаете эти риски. И вы его защищаете. Перед кем бы то ни было. Вы не говорите заказчику, да, вот мы там вот. Нет, вы защищаете свою команду, вы ее отстаиваете. Это классный очень навык. И, конечно же, развиваться. И твое резюме, твое лицо. Кто составил уже резюме? Классно знает, как составлять резюме. Вот, ребят, класс, правда. Кто умеет составлять свое резюме? Мало кто. Этому тоже нужно научиться. Пожалуйста, найдите человека, который вам поможет составить очень крутое резюме. Это ваш прям шанс, повышает ваш шанс прям до топ-уровня. И 7 навыков современного специалиста – это, конечно, комплексное решение проблемы. Это критическое мышление. Это номер 3 по опросу вообще в России сейчас нужного скилла для софт-скилла для себя. То есть это прям номер 3. Гибкость ума – обязательно. Навыки переговоров, нужно учиться этому, потому что есть конфликтология такое, когда тебе заказчик говорит, он напирает на тебя, ты не можешь ему ничего ответить. Нужно этому учиться, так же как ораторскому мастерству, уметь презентовать и все остальное. Эмоциональный интеллект, потому что люди разные, нужно принимать и уметь принимать чужие эмоции, и также правильно выражать свои эмоции. Координация с другими людьми обязательно. Управление людьми и экологическое общение, то, о чем я сейчас говорила. Умение использовать инструменты и плоды автоматизации.
И динамика вакансий. Если вы сейчас посмотрите, допустим, это по данным ИЧА, у нас очень сильно вырос спрос на вакансии, то есть вы сейчас необходимы уже сейчас. То есть вы сейчас, если кто сделает свой классный резюме, можете уже сейчас искать себе работу. И что же у нас по резюме? А резюме у нас в самом низу минус 10, то есть резюме не хватает. Огромный спрос, а нет предложений. И чего мы сидим? Давайте делать классное резюме, получать скиллы и идти уже практиковаться. Можно параллельно учиться, параллельно работать, то, как это вот воспитывали в себе мы. Единственный путь реализации себя и финансового благополучия – только проактивность и профессиональный рост. Но по-другому никак. И это будет всю жизнь так. Инструменты. Конечно, красивое портфолио. Когда вы ссылаете свое портфолио, допустим, если это для проектировщиков, да, вы подумайте, человек будет смотреть на телефоне это или на компьютере. Поэтому вы делаете либо А4 формат, либо А3 формат горизонтальный. Так вы формируете подачу своей информации. Это тоже очень важно. Обязательно планирование, менеджмент. Этому тоже нужно учиться, структурировать себя. Осознанные цели и спорт. То, о чем я раньше говорил. Иностранные языки. Волонтерство. Кто-нибудь занимается волонтерством? Обязательно пишите это в свое резюме. Обязательно. Это ваш прям тоже бонус. Опыт успешных. Узнай, применяй, развивай. Развитие личного бренда. Вот для молодых специалистов, для тех, кто сейчас учится, вы можете сосканировать QR-код. Там будет помощь, как развить в соцсетях свой личный бренд. Молодому специалисту, студенту, если кому интересно. И, конечно, знание трендов и инноваций в мире. Каждый день нужно узнавать, это ваше преимущество по отношению к другим. И я хочу тогда закончить и передать слово уже нашему следующему спикеру. Аплодисменты Татьяне, пожалуйста. Спасибо. А следующий спикер у нас Хон Владислав Сахонович, директор из Project. Он нам расскажет про хард и софт скиллы, собственно, чего мы все так ждали и ссылались. Владислав сейчас возьмет слово. Всем здравствуйте. Так. Ну, я постараюсь недолго и, надеюсь, будет чуть-чуть весело. Ну, немного цифр, да, начнем с современной реальности. Проектных организаций на сегодняшний день в Российской Федерации 1500. Их не хватает. Строительных вузов в России 181, да, для понимания экономических вузов, ну вот экономистов вроде как бы в любой строительной компании один, а строителей очень много, да, ну там соотношение 1 к 10 обычно где-то, может к 20, их 818. Пенсионный возраст в России, ну это просто, чтобы вы понимали, что вроде как бы жизнь длинная, но на самом деле короткая, вот, особенно трудовая. И смотрите, в среднем на одного главного специалиста приходится 7 обычных специалистов. Ну, с учетом того, что вузов немного, нехватка, как бы полегче забраться наверх, но все-таки нужно приложить некоторые усилия. Ну и, допустим, в идеальном мире, если мы говорим про сочетание там hard skills, soft skills, то хороший специалист это, который может решать проблемы и так, комбинируя решения. Там, да? Все понимают, что такое hard, soft? Окей. Нет? Ну, hard это сопромат, знать для проектировщика, например, а soft это красиво поговорить, чтобы тебя все поняли. Ну, условно. Так. А все ли играли в игрушки в детстве на компьютере? А, замечательно. Смотрите, я до сих пор играю, и это на самом деле... Я вас понимаю и считаю, что те, кто играл в игрушки, сейчас должны понимать, что вы это можете применить. Это немного софт, наверное, но... В общем, какая история? Если у вас должна быть стратегия развития вас как специалиста. Причем, смотрите, кто играл там какую-нибудь Dota, например, или там все, наверное, да? Даже девочки обычно играют в современном мире вроде. Ну, короче, суть в чем, что если у вас там есть предрасположенность какая-то у людей, и они развивают навыки, и лучшие игроки идеально... там простраивают свою стратегию, получают навыки и ими побеждают. Вот, если
говорить про, как, все хотят быстро, да, развиваться. В работе то же самое. То есть, если у вас есть предрасположенность, там, не знаю, сопромат изучать, так туда побольше положите монеточек, и это принесет вам дивиденды. С помощью хорошего сопромата вы там хорошо конструируете, там, да. Если вы там человек больше про софт, ну, там есть нюанс немножко, вначале лучше все равно развивать что-то, навыки первой необходимости, да, как в любой игре, чтобы выжить, но там чуть-чуть лучше хардов поразвивать, ну, а потом перейти в скиллы. Как только у вас появляется что-то близкое к руководству, ну, там можно и софт подраскачать, но в любом случае вы должны понимать, что в игре это там монетки или уровни, а у вас это время вашей жизни. Как бы здесь картинка локомотива, и, ну, у меня лично в карьере было так, что когда я пришел на работу, вернее, в институте еще, мы очень сильно увлекались с моим соседом по парте Revit'ом. Ну, это такое программное обеспечение, связанное там с BIM. Вот, и у нас был очень хороший, кстати, преподаватель Владимир Васильевич, и он нас каждую субботу собирал и заставлял придумывать какие-то клевые штуки в Revit'е. Вот, когда я вышел на работу, условно, я что-то понимал там по архитектуре совсем общее, но очень хорошо прям знал Revit, и это мне помогало, и я все равно туда тратил очень много часов, чтобы развиваться там. И очень быстро это помогло, ну, то есть Revit стал локомотивом моей карьеры. То есть я из архитектора перешел в B-менеджеры, из B-менеджера перешел в руководителя отдела, а потом перешел в директора по инновациям. А потом я еще поруководил заводом. Но это все была такая череда. По сути, тот принцип, ну, Revit, как и любой, там, в принципе, какой-то навык, который у вас возведен в абсолют, он как бы вверх растет сначала, да, и у вас все другие навыки как бы в просадке. Но потом, как бы, этот локомотив потащит остальные скиллы. Есть еще такой вопрос всегда, как выбрать компанию. И сейчас на картинке стандартный цикл жизни компании. То есть и здесь, как бы, если смотреть слева направо, то не совсем правильно для молодого специалиста. Я бы смотрел справа налево. То есть чем меньше у вас опыта, тем в более старую компанию легче прийти, получить больше опыта и как бы наращивать скиллы. Чем компания более прогрессивная и в точке роста, тем больше вам нужно своих личных скиллов. Ну, то есть, если вообще упростить, я бы советовал в первые годы жизни рабочей поработать именно в каком-нибудь советском заведении, чтобы вы прошли N-ную школу. Когда у вас появятся навыки технические, когда у вас появится понимание, что вы договорились с любым очень возрастным специалистом, вы можете его убедить, как и поговорив, как и понимая техническую сторону, значит, можно перейти в волю такую прогрессивную молодую компанию, и там компания будет быстро расти, а у вас уже есть какая-то база для роста, и вам будет легко как бы перепрыгивать ступеньки в карьере. Еще один принцип, который, ну, мне нравится. Всегда нужно понимать, что ну, есть такое понимание, как суперкомпенсация. Вы когда тренируетесь, многие ли из вас, кстати, спортом занимаются? Ну, для тех, кто не занимается, есть такая штука, как работают тренировки. Вы сначала себя убиваете, организм такой, зачем ты это делаешь, но надо как-то с этим справиться, и предполагает, что вы завтра опять будете себя убивать. И поэтому он как бы залечивает ваши те травмы, которые вы получили на тренировке, и говорит, ну и добавлю чуть-чуть шишечку, чтобы в следующий раз мне было чуть-чуть полегче. И в целом, если говорить про карьеру, про изучение всякого материала, про трату времени, нужно понимать, что чем больше вы тренируетесь, ну, то есть, допустим, с вас требуют знания Revit'а. Если вы чуть-чуть знаете больше, чем все, то это кирпичик в сторону вашего роста. То есть, но при этом нужно все равно отдыхать когда-то. То есть для этого есть там спорт, соцсети, бары, клубы и так далее. И в целом, смотрите, если, ну, есть разные там подходы, там, да, если мы говорим там про балансовость. Короче, суть в чем? Молодые специалисты часто
очень, если посмотреть там на колесо жизни стандартное, у них есть какой-то там сильный перекос. Кто-то в деньги, кто-то, наоборот, любит погулять, кто-то любит там спортом позаниматься. Но там помните, пожалуйста, что вы люди, что нужно соблюдать какой-то баланс и помнить, что если вы там, допустим, строите карьеру, то у вас где-то убудет. И нужно всегда для себя сопоставлять, а это траты те, которые нужны. Потому что зачастую, ну, я часто встречаюсь с такими случаями, особенно в крупных компаниях проектных, молодые специалисты, им говорят, вон там победа, вот там морковочка висит классная, будешь главным специалистом, беги. И люди такие не спят, не едят и бегут. А потом, там, не знаю, нет личной жизни, нет где погулять, кончается вдохновение, топливо кончилось, человек сгорел. То есть держите в голове какие-то приоритеты помимо работы. Но и в целом хотелось бы такой совет дать. Помните, что у вас должна быть стратегия, ну, примерно как в игрушке. Потому что если ее нет, это просто хаотичное брауновское движение, и не факт, что вы, ну как, если вы хотите все-таки вверх пойти по карьере, то вам нужно простроить какую-то стратегию, помните о своих сильных сторонах, помните о своих слабых, и как-то этим заниматься. Там, допустим, опять-таки про Локомотив, да, есть два принципа стратегии, ну и с точки зрения, что правильно развивать. Кто-то говорит, что нужно развивать свои слабые стороны. Ну и типа выровнять себя на общем уровне. Ты как бы все знаешь, бывает, но нигде ты не суперспециалист. Кто-то наоборот говорит, там, надо бить в одну точку, там стать супергением, а потом уже остальное само выровняется. То есть здесь принципы разные, но у вас все равно должна быть какая-то стратегия. То есть либо над слабым работать, либо над сильным. Потому что если у вас этого не будет, вы будете просто ходить на работу, ну и стагнировать. Ну и, соответственно, медленно-медленно как деградировать. Ну, как-то так, если вкратце. Спасибо, Влад. Следующий спикер у нас Герц Иван Федорович, мастер строительно-монтажных работ. Гудсер компания называется. Но думаю, Иван сам расскажет все сейчас подробно. Он человек молодой, вот буквально недавно все это прошел, был таким, как вы. Ну, мы все были такими, как вы сейчас. Вот, Иван, ребята-то сейчас. Что говорить? Мы вчера, да. Я вчерашний студент, как бы сейчас расскажу о себе. Меня зовут Иван, мне всего 24 года. Я окончил Уральский листех по профессии дорожное строительство. На самом деле мне всегда эта отрасль всегда нравилась, и родом я из Перми. Но так получилось, что приехал в Екатеринбург и поступил в листех. В университете в начале, на первом курсе у меня было много времени. Я уже тогда знал про студенческие строительные отряды. Наверное, вы тоже про них слышали. Поэтому я сразу же вступил в ССО «Тайга». И летом... В первый год я получил свой первый опыт уже на стройке. Мы полетели на Ямал-СПГ, проект международного масштаба, он до сих пор строится. Уже строится второй проект Ямала. Там я, конечно, работал не по своей специальности дорожного именно строителя, а больше в электромонтаже. Но... Я хочу вам всем сказать, что эта авантюра удалась мне на 100%. Я очень рад, что все-таки съездил, посмотрел страну, посмотрел на эту стройку, получил опыт именно строительства, которого мне не дадут в университете. А дальше мы ездили в Новороссийск, это берег Черного моря. И в свободный Амурская область. Там строится тоже нефтеперегонный завод, тоже электромонтаж. Электромонтажем занимались. Тем не менее, я не забывал об учебе.
То есть увлечение стройотрядом — это все хорошо, конечно, но если вы будете учиться в университете, никогда не забывайте о том, что вам нужно и теорию получать, и практику. Поэтому я учился стабильно, защитил диплом на 5. Вот это, кстати, фотография справа. Мы со своей группой ездили на третью очередь строительства ИКАДа, которое построили в 2022 году. Ну, мой университет закончился. К нам приезжали в Листех компании со всей Свердловской области и даже из других областей. Ярмарка вакансий называется. Там я, конечно же, свой взгляд обратил на строительные компании. Были такие компании, как УТСС, Уралтранспецстрой, ГУДСР, где я сейчас работаю, и дорожный консалтинг. Поначалу мне больше всего понравился дорожный консалтинг. Работа в офисе, как-то, не знаю, я думал, ну, поработаю там. Занимались в дорожном консалтинге проектом организации дорожного движения. Вот на фотографии показано, как это выглядит. То есть, можно сказать, в Екатеринбурге все знаки, которые на улицах стоят, знаки, разметка, что где как стоит, движение, вот это, светофоры, этим занимались мы. Но после года работы в дорожном консалтинге я понял, что мне все-таки хочется какой-то романтики, знаете. Этот офис 8 часов работы за компьютером очень сильно напрягало, поэтому я уволился и перешел в ГУДСР. Я про эту компанию помнил и пошел туда работать. Конечно же, я начал с лопаты. То есть я, несмотря на то, что у меня было образование высшее, да, я стал обычным дорожным рабочим. Тем не менее, я хочу вам сказать, что когда вы закончите университет, техникум кто-то закончит, всегда, даже если вам будут предлагать сразу же стать там мастером, например, как у меня сейчас, либо даже бывает у кого-то еще выше, идите на самые первые должности, самые низшие, чтобы получить опыт. Потому что в университете, несмотря на то, что там могут быть даже современные какие-то знания вам давать, актуальные, вот как говорили, да, о том, что у нас образование не поспевает, ведь каждый год меняется очень много в строительстве, и даже в дорожном строительстве технологии очень сильно меняются. Поэтому вам нужно именно на работе, на своей, на будущий, получить опыт, и это даже будет какое-то сравнение с университетскими там знаниями. Тем более, что на стройке вы познакомитесь со многими людьми, которые в этой отрасли уже очень давно работают, и переймете его, будете его использовать сами. В ГУДСР я на дорожном рабочем, вот у нас, кстати, стройка, улица Новокольцовская, если знаете, которая проходит вот тут недалеко, к общежитиям УРФУ. После того, как я отработал год на дорожном рабочем, у нас прошла аттестация. Я ее успешно сдал, и меня повысили в мастера. Как бы, я, конечно, понимал, что это новые возможности, но это и новая ответственность. Тем не менее, мне это не страшило нисколько. Я человек такой амбициозный, мне хочется подняться как можно выше в строительной отрасли. Вот, меня поставили на дорожную фрезу. Вот фотографии дорожной фрезы. То есть сейчас я, в
принципе, я работаю на ремонте дорог. Множество дорог, которые у нас в Екатеринбурге в этом году ремонтировались, ремонтировал я. Так что это... Большую ответственность ты сейчас на себя взял. Да. Ну, просто я к чему это говорю? Я хочу сказать, что у меня каждый раз, когда я проезжаю по улицам Екатеринбурга, те объекты, которые мы строим или строили, да, которые сейчас стоят, и многие люди ими пользуются, те же самые дороги общего пользования. Когда приезжаешь по этим объектам, ты понимаешь, что ты создал вклад в город, и мне кажется, это очень ценно. Ну, по крайней мере, для меня проехать по дороге, которую я отремонтировал, которая служит лет 10, да, это очень много для асфальтобетонного, бетонной дороги. Не знаю, хочется гордиться этим. Вот. Спасибо. Ну, всегда результаты твоего труда, это приятно видеть, и ты там приезжаешь, гордишься, вот это я делал. Ну, то есть это еще гордость такая, да, друзьям там рассказать, а я принимал участие. Да. Ну, и хочется сказать, что чтобы расти над собой, и нужно принимать какие-то новые вызовы судьбы, в то же самое, чтобы добиваться успеха в работе, так и в дорожном строительстве в том числе, нужно не бояться новой ответственности и учиться, учиться и учиться. Спасибо, прекрасное выступление. Спасибо, присаживайся. Мы вызываем следующего, ну как вызываем, приглашаем нашего замечательного спикера, Голобородский Михаил Венедимович, заведующий кафедрой реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Здравствуйте. Так, тут где-то что-то, слышно меня или тут что-то нажать надо? Там поближе чуть-чуть. Просто ближе. Да. Я сначала анекдот расскажу. Анекдот из жизни моего папы. Это про смену технологий. Он жил на станции Монетной, это в 30 километрах отсюда. И вот однажды он с мамой съездил в город Свердловск и там сходил в парикмахерскую. Приехал обратно на Монетку, там на станции парикмахер Исаак Абрамович, он говорит: «Исаак Абрамович, я в городе видел автоматическую машинку для стрижки волос». Мальчик, мальчик, ты меня обманываешь. Я ни за что не поверю, что кто-то изобретет машину, которая делает вот так. Потому что тогда машинки простые были. То есть вот мы даже не предполагаем, что будет завтра. Ну ладно, теперь о себе. Так, тут... Сейчас, извините, я отвечу своему аспиранту. Андрей, я в 3.1 говорить уже начал, заходи. Так, тут надо... Ага. Вот. Изначально я был двоечником. Со школы. Математику ненавидел, страшно. С физикой плохо. С химией тоже. Но единственные гуманитарные науки получались, это литература, история. И я немножечко рисовал. Рисовал плохо, но другие не рисовали вообще. Школа была экспериментальная, продленного дня, 94-я тогда была. Там была масса кружков, мне нравилось театральное. Ну и эта восьмилетка, подходит конец обучения, куда ребенка устроить, родители. Вообще, у меня сложилось такое впечатление, что вот о своих детях родители знают меньше окружающих. Согласны некоторые, да? Для них ребенок это всегда секретик. Вот. Куда девать, пристроить? В театральное ни в коем случае. Значит, привели в художку. Я посмотрел, какие там работы сдают.
И какая-то соседка сказала, да вот тут вот на Малышева техникум строительный, там на архитекторов учат. Как на архитектуру? Я, мне нравилась архитектура, но тайно. Я, значит, читал что-то там, но я не думал, что я буду архитектором. Слово-то такое волшебное, загадочное, архитектор. Вот. Приходим с мамой документы сдавать. Они говорят, да вы что, экзамены уже идут. Ну, идите на механика. Ну, сдали документы. Я получил по всем предметам тройки. И класс, где это все сообщают. Ну, то есть я не в списке. Вы, вот бывают чудеса такие в жизни. Взмолился я, ну что же делать? Тут открывается дверь, входит директор со списком. Так, вот вас 10 человек, вы не поступили на механику, предлагаю вам поступить на архитектуру, у нас дополнительные места есть. Неделю меня поучил он, как рисовать. Принял экзамены, началась учеба. После 8 класса. Это опять эти вот арифметика горькая, вот эта вот алгебра. Физика и химия, правда, в сокращенном варианте. Подходит Новый год, сессия, у меня там пары. Маму вызвали. И вот помню, кто в строительном техникуме на Малыше учится, знаете, это парадная лестница двухмаршевая. Мы поднимаемся с мамой, меня все завтра отчислят. Навстречу химичка. Да, там, да, вот валентности он плохо знает, еще что-то. А что вы волнуетесь? Он же в институт поступит или в университет. Я тут чуть не упал. Ну вот она зажгла, поставила цель. Вот. Ну, как только математика закончилась, я стал сразу хорошим студентом. Да, ну это рано еще. Вот. И это рано. Так, в какую сторону обратно? А, нет, это уже... Ага. Вот. Студентом я стал хорошим. Все мы пошли в армию. Да я что-то в обратную сторону. А, вот это? А, вот. Ладно, это все, что я вам покажу сейчас. Вот. Да. Ну ладно, про техникум. Только сейчас, только позже я понял, какие были замечательные в техникуме преподаватели. Вы в институтах вряд ли таких найдете. И вот у нас Римма Алексеевна по конструкциям, по частям зданий говорила, ребята, не выкидывайте свои конспекты. Вы пойдете в институт, и вы это поймете. Как я жалею, что я ее тогда не послушался, думал, я поступил в институт, выкинул все конспекты. А лучше-то их и не получилось как-то. Понимаете, чем те, которые были. Как нас нянчили буквально в техникуме. У меня по черчению была двойка. Пока Любовь Павловна не оставалась со мной на несколько раз после занятий и научила меня чертить. И потом говорит, какая у вас тонкая, изящная графика. Это после двоек. Да. Ну, далее армия. Да, вот тут я, видите, в парадке, а остальные без парадки. Почему? А это потому, что я техникум закончил. Я понял ценность образования техникума уже, когда нас еще на Красную Пресню в Москву везли на трое суток, везли на составом этим всех призывников. И когда там сопровождающие офицеры, они получают карточки со солдатами и там везут в свои части. А мне офицеры, которые в вагоне в нашем нас сопровождают, тебя будут вызывать, ты не выходи, мы тебя возьмем. Меня раз вызывают, два, три. Говорят, ладно, ничего не получается. И, значит, оказывается, ведут они меня к нашему будущему капитану. Говорят, вот давай, вот ты нам одного вот этого с техникумом архитектора, мы тебе двух слесарей дадим. Идите вы. Ну, знаете, как офицеры могут послать, куда вот. 3 месяца я проработал на стройке и каменщиком, и разнорабочим.
А меня ждала работа другая, потому что у меня техникумское строительное образование. Я оказался инженером в строительном управлении военным. Я служил в стройбате. Это строительный батальон или стройбат, да. И я думаю, что и в других частях тоже люди с техникумом ценятся и ценились очень. Поэтому я сразу стал инженером по снабжению стройплощадок. Группа комплектации была такая. Это Подмосковье, поэтому я постоянно гулял по Москве. Утром документы сдашь в управление, там заказ. Там надо было еще тайну соблюдать, допуск к тайной информации. Номер, например, объекта какого-нибудь там подземного или еще что, его надо в тайне хранить. Я один раз нарушил это дело. Написал номер объекта и где он находится. Для водителей, которые будут с завода продукцию везти. Вот. Ну ладно, вот тут вот я просто одну взял фотографию. Конечно, солдату не все одна служба, когда-то и выпадает время, вот суббота, да, вот сидим тут на берегу около Москва-реки. Ну, а я вот инженер, поэтому я, видите, в парадке тут, да? Да. Ну, вот закончил армию, в гражданпроект обратно в свой родной, потому что я еще с техникума на практике оказался в институте Свердловск-гражданпроект, это тогда был крупнейший вуз, где не только заставляли работать, но и учиться тоже. Вот тогда не было компьютеров, и я думаю, что это было мое счастье, что не было компьютеров, потому что все чертили на больших листах формата А1. И каждый проходил из бывалых, и тебе говорил, у тебя ошибка здесь, здесь и здесь. А вот сейчас, когда работники сидят с наушниками у компьютера, они не в курсе, что же происходит в мастерской. Вот это, я считаю, минус. Ну, может, вот сейчас бинтехнологии как-то это выправит явление. Ну, ладно. В институт я поступил с третьего раза. Потому что, опять же, та же любовь к математике, физике и тому подобное. Но все-таки с третьего раза поступил. Вот я тут на рисунке, потом черчу. Потом стройотряд, и опять техникум привет послал, потому что с первого курса меня загребли из просто линейного стройотряда в управление. И тут-то я узнал весь механизм партийно-комсомольской системы. Я был инженером в штабе Тавдинского зонального отряда, там в основном медики. Оказывается, отчет нужно писать с первого дня, и с первого дня определять, кто же победит. Какой же отряд будет в этом году первый, это решалось келейно. И уже с первого дня работы делался отчет о проделанной работе. Вот так воспитывались наши комсомольские партийные лидеры. Вот, ну ладно, вот тут вы видите, мы в стройотряде, потом я все-таки пошел в линейный стройотряд на следующий год, не хочу больше чиновником быть, вот, и у нас, конечно, праздники, вот это Новый год, например, стройотрядовский Новый год, самодеятельность, все такое прочее, но поступил в институт и архитектурный, меня всегда интересовала история архитектуры, реставрация с детства меня интересовала, Питера, Москвы, всех дворцов утраченных и погубленных немцами. И, конечно, экспедиции по Уралу, по Предуралью. Вот здесь я на одной из экспедиций все-таки себя запечатлел. Так, что тут дальше нажимать? Ну, прошли 6 лет защиты диплома, а учился я по направлению от гражданпроекта, поэтому мне можно было учиться на одни тройки. Потому что мне стипендию платил гражданпроект, который меня на учебу направил. Но я учился на 4,5, конечно, когда закончилась математика на первом курсе. Вот. Защита по жилью. И я вернулся в свой любимый гражданпроект, в свою мастерскую, которая занималась жильем. В частности, перерабатывала альбомный метод из безальбомного для строительства панельных домов.
Ну, большинство из вас, наверное, и сейчас еще живут в панельных домах, да? И поэтому вот я был долго таким специалистом по панельному домостроению. Дело в том, что приходилось из типовых деталей проектировать новые секции. Вот в частности для синих камней, вот сейчас вы видите сверху синий камень не такой подошвой. Вообще давно пора синим камням поставить памятник Ельцину и в честь Ельцина что-нибудь назвать, а не в честь, например, Анны Бычковой. Потому что здесь строить было нельзя. Уровень шума превышал во много раз эти децибелы нормативных. А через дублер вот там вверху, Комсомольский район, который построен был, когда Борис, кто у нас, Николаевич он был, да ведь? Был начальником ЖСК, значит. И он всегда с аэропорта вез гостей, показывал, вот мой Комсомольский, видишь, он такой красный. И там то, что коричневый, должно было быть красным на фасадах. А на горке Шанхай, Нахаловка. Там простыни висят, дома из ящиков из-под помидор сделаны, еще что-нибудь такое. Ему было стыдно. Он сказал, найдите компромисс с санэпидемстанцией. И поэтому мы специальные шумозащищенные секции проектировали для синих камней. Вот. Также проектировали еще и ботанику за москвичами. Москвичи очень не любят до деталей все доводить, поэтому мы московские проекты, например, ботанику, переделывали за них. Вот это опять же синие камни. Вот с виду типовые дома, но на самом деле там планировка совсем другая. На шумную сторону не выходят спальные помещения, а только кухня и общая комната. В идеале мы считаем, что в общей комнате никто не спит, да? Ну, практика это по-другому, конечно, показывает. А, ну это подошли времена, когда в 90-е годы рассыпались все крупные проектные организации, да и строительным тоже грозила беда. И я перехожу в из гражданпроекта в архитектурный институт. Тогда он так назывался. У нас там была своя мастерская, которая занималась реставрацией объектов культурного наследия и проектированием культовых зданий. Вот с этого времени я стал архитектор-культовик. И один из первых объектов нашей реставрации стала часовня во имя Александра Невского, построенная на территории, сегодня это дендрарий, а строилась она, когда здесь была хлебная площадь, здесь были амбары для торговли хлебом. Внешне она не была разрушена, только был разрушен верх. Вот у купола, видите, сейчас он такой шлемовидный, но в советское время он был уничтожен, там скатная кровля была. Вот задача архитектора-реставратора, я стал архитектором-реставратором, восстановить здание в его подлинном облике, найти документы, материалы, показывающие, какое же здание это было. Вот не могли найти, приходят эти краеведы, я вам принесу фотокачку, приносят, там вместо купола опять же та же восьмигранная пирамида, и там был буфет. Я еще сам детство помню, когда там буфет был. Вот. Ну, надоело ожидать фотографий исторических. Я посмотрел, большие есть фотографии фотографа, с церквей. И там вот мы такую главку под увеличительным стеклом увидели. Так что вот это вот такой метод научной реставрации. Ну и новые храмы тогда в 90-е годы ведь очень много начали строить, 80-е церквей. Вот эта церковь в Пышме. Нам пришлось не наш проект основательно переделать, потому что он был неправильный, но в таком стилистике классицизма или постмодерна получилась церковь. Осваивали мы и строительство из дерева. Ну, тогда мой шеф был, а сейчас ректор нашего института, Долгов Александр Владимирович, вот он сделал эскизы, а я тогда вел за ним рабочку. Рабочие проектирования. Вот эта церковь в Новоуральске в виде корабля, где от эскиза до рабочки бывает приличная разница. Так что
внешне похоже, но на самом деле все уже развитие пришлось по-другому. Знаете, вот эти общины церковные, вот они сначала образуются, их там 10 человек. И приходят, знаете, нам надо маленькую церковь вот, на 10 человек. Ты говоришь, так вас только сейчас здесь? Да нет, нас тут мало, 10, нам 6 на 6 сделайте. Сделаешь 9 на 12, построят. Чего вы нам такой маленький храм-то спроектировали? Потому что народ прибавляется. Ну вот нам же пришлось проектировать и самим строить часовню в память о храме Святой Екатерины на площади на Ленина, да, напротив главпочтамта. Тоже история была. Вообще это Долгов нарисовал сначала эскиз для строительства на месте бывшего дома Ипатьева. Тогда еще обсуждалось, что же там делать, дом восстанавливать или храм восстанавливать, новый строить, или часовню. Ну, там не получилось, но зато тогда бывший мэром Чернецкий, когда увидел проект, а это был конец августа, сказал, к 20 августа следующего года, чтобы стояло. Вот. Чиновники до этого не давали, и архитектор главный, ну, людям непривычно было, вдруг эту церковь строят. Потому что все еще были настроены на советский лад. Поэтому мы ее рисовали, утром несли чертежи на стройку, там уже каменщики отлично работали, но опять же вот обучение в техникуме, оно дает практику большую. То, что, к сожалению, в институте не всегда получают. Но вот вы строительное чертение проходили все? Проходили? Лестницу в разрезе знаете, как построить? В институте не знаю. Я до самого диплома всем в разрезах ставил лестницы. Ей-богу. И сейчас так же. Вот. Не знаю такого элементарного способа, как построить лестницу в разрезе. Ну и вот здесь, например, керамика и облицовка мрамора. Мраморные изделия точили в Коилге. В Челябинске керамику наша же мастерская делала, каменщики отказались делать. Говорят, а мы не знаем, как это вдруг мрамор ставить в кладку, как это керамику крепить. Поэтому вот все за забором было, мы сами все это делали, и ко мне студенты бегали сдавать экзамены, я, значит, что-то там строил, а они приходили ко мне экзамены сдавать. Но это двоечники, которые. Вот. Вот я просто здесь несколько фотографий исторических поставил, как шел процесс монтажа. Очень много для культовых зданий я делал проектов, но это вот здесь такой ландшафтик пришлось сделать, это поселок Елизавет, там сейчас женский монастырь, раньше был мужской, вот это я для мужиков сделал, скверик такой внутри с беседочкой и фонтаном. Ну, храм-то сам старый, а вот все, что внаружи, до недавнего времени они еще уже без меня. Ну, там уже без меня, но по моим нарисовкам. Вот. Это собор Александра Невского, тоже Новотихвинского монастыря в Зеленой Роще. Он когда-то был музеем, до этого он был складом оружия. Там внутри лифт стоял подъемный. Вот когда отдали монастырю, те обратились сначала в Мосреставрацию. Я говорю, я спокоен, через несколько месяцев вы к нам вернетесь. Как так? Там же Москва, Москва, понимаешь, или вы? Быстрее вернулись. Когда низкое, настолько низкое качество проектирования. Ну, мне пришлось здесь разработать интерьеры. Это вообще был компромисс, потому что это памятник, и в памятнике вроде бы ничего нового нельзя делать, но дело в том, что там и старое это было плохого качества внутри. Живопись была плохого качества и разрушена, а Новотихвинский монастырь, он настроен на аналоги исторические Византии, причем 10-12 века, так называемый период палеологовский. Ну, я уже к этому времени поездил, и меня повозили
командировали в Грецию, Салоники, Афины, Стамбул в сопровождении монахов, поэтому мне все двери были открыты, все ковры с пола подымали, я все это зарисовывал, фотографировал. Время, да? Ладно. Ну вот это уже реализация на основе того, что я видел, конечно, это уже собственные фантазии. Вот эта церковь в Новотихинском монастыре воссоздана заново, там только одна стена оставалась в госпитале. Поэтому на основе научных исследований, по моему проекту, это было сделано, но тут же понадобилось сделать и интерьер, вот это зарисовки мои, иконостаса. Это вот процесс строительства, эскиз. Вот то, что сейчас есть, иконостас в виде вот такой ротонды. Пришлось доделывать чужие проекты. Вот это вверх, Озерск, закрытый город у нас. Вот 8 лет здание было недостроенное. Проектировал человек, который вообще ничего в культовом зачастую не понимал. Но надо было еще и окружение сделать, поэтому вот это мой эскиз и моя реализация моей работы. Если кто был в Верхотуре, там в Крестовоздвиженском соборе рака с мощами Симеона Верхотурского, это тоже мой проект. Сама рака из индийского зеленого мрамора, весь металл это чистейшее серебро. А через несколько лет понадобилось еще навершие, вот такую сень сделать. Ребята, все, что серое, это все чистое серебро. Это не серебрение. Оказывается, в гальванике покрыть золотом изделие во много дешевле, чем покрыть серебром. Поэтому дешевле просто из серебра сделать. Ну вот ее реализация. Тут камень. Тут заказчик не думал, откуда. Главное, вот то, что хочу, то и делаю. Ну, а потом вдруг мне звонят монахини, говорят, ты стоишь, сядь. Сейчас будет звонить Игорь Алексеевич Алтушкин. Он звонит, говорит, надо ехать в Лондон, делать реконструкцию собора для Русской Православной Церкви. Вот это вид церкви, она была англиканская, но она многие годы пустовала, пока русские мигранты ее не выкупили. И там был временный иконостас, временное оборудование, историческое оборудование, все было уже давно распродано. И вот он в таком внешне романско-итальянском стиле, а внутри интерьеры что-то в классицизме, и вот нужно было разработать варианты и цветовые, и новый иконостас. Все новое оборудование и купили. Ну, вот это проект. Тут разные варианты. Иконостас. Редкое счастье, когда архитектор, для архитектора редкое счастье, когда не заказчик, а он выбирает исполнителя. Я уже был знаком, меня до этого возили по Греции, по заводам мраморным. Я сказал, что вот есть фирма Органзидис, лучше ее никто не сделает. И поэтому вот этот самый иконостас сделался в Салониках, куда пришлось на авторский надзор каждый месяц летать. Но, правда, и в Лондон тоже пришлось каждый месяц летать на планерке, потому что все это, так как это памятник, то это все через управление охраны объектов культурного наследия Вестминстерского района Лондона. Вот это процесс изготовление иконостаса в Салониках. Вот уже монтаж идет. Техника безопасности, конечно, безукоризненная. Только ты заходишь, на тебя сразу каску, куртку и ботинки с толстой кожаной подошвой одевают. Ну вот это мы с изготовителем гальваники Олегом монтируем царские врата, которые сделаны из чистого серебра. Трагическая история, драматическая, с нестроительством собора Святой Екатерины на воде. Вот как раз, ну вы-то уже, наверное, не помните, не застали маленький, это было лет 5 назад, нет?
не помните, не было. Вот. То есть, опять же, русская медная компания захотела к юбилею Екатеринбурга построить собор Святой Екатерины вместо того, который был на том месте уже нельзя. И предложено было такое место, где не надо ничего сносить. Вот в этом затоне пруда сделать церковь. Но не всегда архитектор решает стилистику. Сначала заказчик говорит, хочу вот в таком-то стиле. Ну вот было пожелание, чтобы и на храм Василия Блаженного в Москве походил как-то. Вот это 3D, тут могло быть уютное место для прогулок, но вот это одна из моих эскизных работ. Для того, чтобы прочувствовать интерьеры, надо было посмотреть храмы Византии, особенно декор, поэтому меня послали в Палермо, ибо только в Палермо сохранились византийские храмы с отделкой. Вот это Палермо, а это Чефалу и другие храмы. Значит, да. Ну а несколько лет назад, вообще не знаю, вот это судьба что ли какая-то, почему я стал архитектором, как это случилось, случайно. И опять же звонок, поедешь в Пальмиру. Академия архитектуры организовывает экспедицию. Ты реставратор, ты работал над того, кто работал с камнем. Оказалось, что не так много архитекторов, которые с камнем работали, так много. И поэтому у нас собралась бригада, археологи, лингвисты, один я архитектор. Конечно, все это через нашу российскую армию. Летели мы туда на военном самолете. Там мы ходили с автоматчиками. Вот какой арка была. Так вот, как это включить? На эту же стрелку. Нет, не хочет. Может, в конце включится. Ну вот какой арка была. Это памятник очень известный. Привлекал многие годы и десятилетия туристов. Пустыня, среди которой руины античного города. Вот это главная торговая улица. Вот немецкие туристы в 30-е годы где-то, да? А вот это наша бригада, которая только что вышла из машины, военные называют ее ракушка, бронированная машина. Вот мы оказались перед этими руинами, и нам надо было разобраться, можно ли это восстановить. Вот археологи сканерами снимают, и сразу в компьютере в объеме получается весь декор. Вот что из себя представляет сегодня триумфальная арка, которую я записку написал историческую, вполне возможно отреставрировать, потому что документации достаточно. Ну вот видите, там и с автоматами ходят, нас охраняют. Так что пожил трое суток на территории российской военной части в Пальмире. Ну вот на этом можно все. Я, наверное, перебрал время уже, да? Ничего страшного, да, Михаил Леонидович, спасибо большое. Спасибо, интересные кадры. Ребята, у нас сейчас будет завершающий спикер, а после этого мы постараемся успеть провести викторину, которую мы для вас подготовили, небольшую, с вопросами, и подарим призы тем, кто сможет эту викторину быстро и правильно отгадать. Поэтому слово сейчас Казакову Алексею Викторовичу, заместителю директора Уральского подразделения ТДМ «Электрик», город Ревда. Алло. Спасибо большое, что дождались, те, кто дождались. Честно говорю, немножко трудно сейчас. Меня слышно, да? Немножко трудно сейчас настроиться на наш, так сказать,
лад, ради чего мы все сюда пришли после такого интересного рассказа. Большое спасибо. На самом деле было очень интересно. Так, а где мой пульт? Где моя презентация? Я не буду вас рассказывать вам про личный какой-то опыт. И в презентации у меня не использованы мои фотографии в молодости, к сожалению. Вот, может быть, все было бы повеселей. Я просто сделаю то, ради чего я сюда пришел. Я позову вас всех на работу. Нормально, да? Вот. Правда, как бы, давайте я тогда официальную часть проведу, а потом, может быть, пару слов поговорим, если время останется. Я представляю здесь компанию TDM Electric, которая в Свердловской области, в городе Ревда, построила новый завод по производству близкой к строителям продукции, электротехнического, правда, назначения. В основном, ну, вы как строители понимаете, что после того, как вы возвели стены, туда должно прийти электричество. Это электричество нужно туда как-то завести, как-то развести. Вот это наша специализация. Компания много лет, более 15 лет уже занимается работами на этом рынке, работает активно с проектировщиками, активно работает со строительными организациями. Начиналось все, конечно, с того, что возили по импорту, но вот последние несколько лет компания строит заводы по территории Российской Федерации и планирует строить дальше. Вот Ревдинский завод наш один из них. В компании достаточно большой список партнеров по всей территории. Я могу сказать, что если вы зайдете в какой-нибудь магазинчик с электротехнической продукцией, ну, с лампочками, например, там, или с какими-нибудь выключателями, там, даже, может быть, с люстрами, да, вы очень с высокой степенью вероятности там встретите, ну, приличный список продукции нашей компании в оранжевой упаковке. То есть компания занимает на этом рынке достаточно заметную долю. В штате компании на сегодняшний день больше 1000 человек, работников. И в компании есть другие заводы на территории, как я уже говорил. Выпускается такой спектр продукции, как кабельно-проводниковая продукция. Ну, понятно, кабель. Вам, как строителям, наверное, ясно, да, что кабель – это всегда деньги большие, и поэтому кабельно-проводниковая продукция у нас занимает 33%, но здесь мы ее выпускать не планируем. Здесь достаточно производителей кабеля. У нас есть кабельный завод в городе Рыбинск. Но вот как бы здесь мы не планируем выпускать кабельную продукцию. Здесь мы собираемся выпускать щитовое оборудование, монтажные различные изделия, электроустановку. К стройке, в общем-то, достаточно внимания высоких руководителей в Свердловской области приковано было. Сейчас завод уже в стадии запуска. Ну, что могу сказать, коллектив у нас достаточно молодой. Технологии складываются уже, технологии достаточно современные планируются. Так? В общем-то, сегодня мы делаем ставку на молодежь, создаем там все на месте необходимые, может быть, лучшие условия для работы. То есть если это офисные специалисты, то это шикарные офисы. Если это специалисты рабочей сферы, то это тоже шикарные нормальные бытовки человеческие, идеальные гладкие полы. Ну и будет самое современное оборудование, которое на сегодняшний день доступно, с различными опциями, там, с выходом в интернет, с контролем производителя оборудования через интернет и так далее. То есть развиваться будет есть где, да? Особенно для тех из вас, у кого есть страсть к какой-то технике. Да? И не важно, что вы, допустим, строители. Да? У нас очень много в нашем сегменте работает людей, кто вообще автослесари. Да? Если вам нравится техника, да? Если вы можете общаться со станком, он, это легко позволит вам стать участникам выпуска любой продукции. Компетенции требуются у нас, конечно, готовых специалистов, так? Но также работаем с молодежью. Вот сейчас мы более или менее сформировали технологическую и конструкторскую службу, и могу сказать, что люди вашего возраста
в ней занимают, ну, чуть старше вас, в ней занимают приличную долю. У нас есть студент действующий, который сейчас на магистратуру ездит два раза в неделю. Так? У нас есть ребята в возрасте 25-26 лет, которые вчера еще закончили институты и университеты. Один из них уже может сам являться наставником. То есть профессиональный рост в нашей сфере, да? Это и к архитектуре, кстати, тоже имеет значение. Знаете, спроектировать шкаф электрический из металла или пластмассы, это, конечно, намного проще, чем собор, да? С одной стороны. С другой стороны, их великое множество, этих шкафов, и они никогда не кончатся, потому что там электричество без проводов не бывает, и провода – это всегда это момент безопасности, как-то надо закрыть в шкаф. То есть это на наш век это хватит, там еще наши внуки будут провода по электричеству гонять. Электричество по проводам, простите. Да? Поэтому как бы конструировать шкафы – это как бы тоже достаточно простая, но востребованная специальность. Да? И там есть свои нюансы, в которых нужно будет учиться и разбираться. Ну а так вообще, что бы еще хотелось сказать, тут уже много было слов сказано, как вам там надо себя преподносить, там, чтобы найти хорошую работу, устроиться в приличную компанию, там, сделать классное резюме. Я бы только добавил ко всем предыдущим ораторам, не бойтесь тех предприятий, которые расположены в регионах. Мы, во-первых, ну, всего 40 километров от Екатеринбурга, там 50. Среди вас наверняка есть люди, ну, может быть, они, конечно, вышли, есть люди, которые живут в локации там Ревда, Первоуральск, Дегтярск там, и так далее. Так? В общем-то, это не намного дольше добираться до работы, чем по Екатеринбургу. Второе. У нас два технолога и один конструктор ездят на работу из Екатеринбурга. У нас зарплаты не уступают екатеринбургским заработным платам. Ну и, соответственно, как бы много ли вы, как молодые люди, устроившись на работу, начнете постигать строительную романтику где-то на дорогах, где-то на каких-то стройках века. Здесь как бы работа на предприятии в стабильном городе, как бы все уже социалка какая-то уже складывается, уже совершенно другая. Если есть вопросы, прошу. Значит, спасибо, очень все, скажем так, четко, конкретно. Тут у меня спрашивают, а вот зарплата молодого специалиста вот тоже имеет какую-то роль играет, да? Какова зарплата среднего специалиста после техники? Ну, после техникума у меня пока личного опыта нет. Вот у меня сейчас есть студент, как я говорил, так? Он работает технологом, я не буду называть фамилию, у него зарплата 40 тысяч рублей. И он работает два дня в неделю, как бы, ну, удаленно. Ну, понятно, ему учиться надо, как бы неудобно перемещаться. Естественно, если человек дипломированный технолог, то это уже выше. Там коэффициент 1.5-2. Так? Компания делает ставку на молодежь. Так? Вот примерно так. После окончания вуза он имеет какие-то перспективы там, на повышение зарплаты, карьерного роста? Ну, он уже трудоустроен. У него увеличится... как он закончит институт, у него автоматически увеличится количество часов, которые он будет проводить на работе. И, соответственно, я вам объяснял, да? Соответственно, у него вырастет зарплата. Да? Ну а дальше все от человека зависит, как в любой другой отрасли. Предела нет. Это частный бизнес, это не государственная компания. Здесь нет какого-то предела, здесь человека. Да это ведь не только нашей компании касается. Многих подобных компаний это касается. В частном бизнесе человека оценивают не по какому-то разряду и классификатору, да? А оценивают по комплексу тех знаний, которые он может, которыми он обладает, той пользы, которую он может принести компании. И это уже всегда вопрос индивидуальный. Хотя у нас будут и рабочие специальности, где существуют тарифы, но в среднем сейчас вот мы со своими кандидатами начинаем с квалифицированным, кто идет на квалифицированный рабочий, разговор начинается от 55-65 тысяч. Грузчик
50, человек, который уже что-то умеет, чуть больше. Да? И дальше это тоже как бы все растет. Я ответил на вопрос, кому это интересно? Спасибо. Ну все тогда, всем удачи в жизни. Приходите. Да, Алексей Викторович, спасибо большое. Спасибо всем спикерам, которые сегодня участвовали. Я попрошу команду вывести на экран QR-код. Еще не QR-код. Да. QR-код, по которому вы заходите на сайт викторины. Там технически нам нужно подождать, чтобы все, кто хочет участвовать, этот QR-код отсканировал и зашел в викторину. Да, подходите, сканьте, и очень важно, чтобы вы вводили, ну, уникальное имя, чтобы мы потом могли вас опознать, не просто там Саня, да, а как-то опознавательно, чтобы можно было потом вас узнать, и там, если вы в призерах, вручить приз. Поэтому, пожалуйста, все подключайтесь, ну, вот мы минутку буквально ждем, все, кто хочет участвовать. Что-то получается или нет, а то у нас тут технические моменты могут быть. А просто тут на компьютере надо еще настроить, чтобы все могли, но я надеюсь, что все получится. Немножко интернет отпал. Сейчас, подождите, вроде грузится. Я думаю, что все будет хорошо. Так, смотрите, я уже вижу участников. То есть очень важно зайти в викторину, потом мы начнем, чтобы мы всех, кто желает, все могли присоединиться. Так, я вижу, у кого-то еще не получилось. Так, не, ну присоединяются, я вижу, прогресс идет. Ну, сейчас мы тут секунду ждем, просто, может, техника. Я хотелось бы, чтобы все поучаствовали, конечно. Так, ребята, ну что? Все зашли, кто хотел зайти? Все? Слушай, ну давайте начинать. Я тогда запускаю, и должны появиться вопросы. У нас сейчас 41 человек по факту, кто зашел. К сожалению, нельзя вывести списки на экран, но я думаю, мы сейчас что-нибудь придумаем с лидерами. Поэтому у вопросов есть один вариант ответа и вопросы, где несколько вариантов ответа. Там, где несколько вариантов, будет прямо написано, что более одного варианта. И нужно выбрать все правильные варианты, чтобы ответ был засчитан. Вопросы по сегодняшним нашим выступлениям, кто внимательно слушал. А то есть шансы выше у самых внимательных. Ольга, помоги, пожалуйста, скажи, сколько времени у наших? Ну, у нас 20 вопросов будет. На каждый вопрос 30 секунд, но это прям больше, чем достаточно.
Если ты знаешь правильный ответ, ты его можешь сразу же назвать. То есть всего 20 вопросов. И на самом деле у нас уже есть лидер, ну, практически такой явный лидер. Вот. К сожалению, не можем вывести прогресс, тут прям такая борьба идет, но я думаю, что мы скриншот с финалистами попробуем вывести на экран. Примерно половина, наверное, ребят уже прошли половину опроса, да, половину пути. Кто-то уже приближается к двум третьим. Поэтому я думаю, что мы скоро увидим победителя. Но, конечно, будем ждать, пока все ответят, чтобы мы точно понимали, да, кто у нас выиграет сегодняшние призы. У нас тут должна музыка была играть веселая, но мы ее только слышим здесь, с компьютера. Так, ну, есть уже те, кто викторину прошел, но все равно ждем. Ждем пока все, потому что шансы есть. У нас, да, практически уже сформировалась первая пятерка. Еще немного. Конечно, будем держать интригу, да, но те, кто закончили, у ребят хороший результат достаточно, там практически 90% правильных ответов. Вот, это очень хорошо. Заходят к нам и смотрят, что все в телефонах сидят, а у нас вроде сейчас процесс, все выступают, да? Настолько интересно, что все в телефоны зависли. Нет, у нас идет процесс. У нас викторина, ребята участвуют. Думаю, что еще буквально пара минут, и все ребята закончат тест.
Да. Ну, давайте, ребята, кто еще не завершил, тут осталось буквально там 2-3 вопроса. Я думаю, что вы с ними легко можете справиться. Надеюсь. Те, кто завершил, легкие вопросы были? Понятно. Еще 2 человека, видимо, отвечают на последний вопрос. Остальные уже все ответили. И у нас уже сформировались 5 лучших ответов, быстрых и правильных. Сейчас мы выведем на экран, кто же у нас стал рекордсменом правильных ответов. Организовался тут кто-то один, кто еще на половине. Вот, просьба это, сказать, поторопиться, наверное, да, потому что все ждут. Только вас. Да, только вас. У нас время уже заканчивается, поэтому давайте, кто на половине, прям быстро дорешивайте. Буквально ждем минутку и заканчиваем уже викторину. Ребята, просто те, кто позже присоединился, как бы, да, мы уже сейчас не можем ждать, поэтому давай я закончу, наверное, викторину и... Секунду? А ты читишь там, наверное, спросил ответа у соседей. Командой отвечаете, да? Все, мы останавливаем викторину. Сейчас выводим на экран. Так, у нас появился список. Тут на самом деле мы наблюдали такую борьбу, да, кто-то вниз потом, кто-то вверх, кто-то отвечал правильно, там сложная система, если еще правильно несколько подряд, там какие-то баллы, ну, в общем, так получилось, поэтому мы
первые 5 наших победителей наградим, конечно, как обещали. Поэтому я приглашаю сюда Костянчика. Аплодисменты. Он старался, просто отвечал как мог. Сильно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Так, следующий у нас номер 4, Елизавета Суслова. Аплодисменты. На. Не хочешь вручить? Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, следующий у нас Влад 13, который там в последний вагон буквально запрыгнул коллективным разумом. Второе место Глеб. Глеб, прошу сюда. Тоже в упорной борьбе просто вырвал второе место. Спасибо. И победитель просто топ сегодня. Это Тюмень всегда был впереди. А зовут тебя как? Сергей. Вот Сергей, молодец. Все. Ребята, спасибо большое. Очень рады, что были сегодня с нами. Надеюсь, было интересно, классно, вам понравилось. Ну, нам тоже понравилось. Если есть вопросы, можете индивидуально подойти, задать вопросы.